Костянтин Боровой – російський політик, критик режиму Путіна. Голова політичної партії «Західний вибір». Новими санкціями Вашингтон карає Кремль за втручання у вибори в Америці та порушення суверенітету України. Володимир Путін у відповідь на американські санкції заявив, Росію мають покинути 755 американських дипломатів. У США рішення Москви назвали недоречним та гідним жалю. Чим ще Росія може відповісти на санкції США? Ответ, безусловно, Кремль планує геополітичний. То есть создать еще одну точку нестабильности, так как это было сделано в Сирии, теперь это уже в зоне влияния Соединенных Штатов, Южной Америки, Венесуэли. Они хотят попробовать устроить такие глобальные провокации. Оружие уже поставляется, но, скажем так, вмешательство в эту ситуацию на стороне Мадура. Чи варто очікувати ескалацію конфлікту на Донбасі як відповідь Росії на санкції? Да, безусловно, это одно из направлений, но поскольку Соединенные Штаты постепенно приходят к пониманию того, что разрешение проблем с Россией, ключ к разрешению проблем является Украина. Вот. Я думаю, что Россия здесь будет действовать, ну, достаточно осторожно. Володимир Путін заявив, що не сподівається на потепління у відносинах Росії та США найближчим часом. Тому в пресі навіть заговорили про початок нової холодної війни між Москвою та Вашингтоном. Якими будуть наслідки війни санкцій між США та Росією? Технологія воздействия на ситуацію известно России. Это создание точки нестабильности, то есть, ну, провокации. Это технология деятельности спецслужб. Это было в Украине, в Сирии, в Грузии. Продолжается достаточно мощная пропагандистская кампания. Последние вот усилия или действия такие радикальные, это когда Кремль пытался противодействовать введению новых санкций. Это и публикации в международной прессе, и деятельность лоббистских организаций, и деятельность по расколу Европейского Союза, и расколу Евросоюза и Соединенных Штатов. Гибридная тактика, она предполагает использование сразу многих направлений. То, которое там, в данный момент для Кремля представляется наиболее эффективным, то и поддерживается и используется.